Заниматься с профессиональным тренером, причем абсолютно бесплатно, смогут жители одного из дворов индустриального района. Все лето занятия по массовым видам спорта будут проводить дворовые инструкторы. Это стало возможным благодаря программе «Дворовый инструктор». Уже пятый год ее поддерживает Барнаульский пивоваренный завод. Социальная политика в работе организации занимает особое место. Трижды в неделю во дворе дома по улице Власихинская, 85, будут проходить занятия для всех желающих. В основном проект рассчитан на детей. Благодаря акционерам Барнаульского пивзавода на игровой площадке появились новые мячи, скакалки, ракетки для бадминтона и другой спортивный инвентарь. Также завод обеспечил площадку своей безалкогольной продукцией. Что касается конкретно социальной политики, она у нас очень активная. Помогаем спортивным коллективам, коллективам культуры и искусства. Вот, на всевозможных мероприятиях участвуем, опять же, спортивных, культурных. То есть поддерживаем в первую очередь детей, молодежь, молодых семей.